Приветствую вас, смотрите, какая получается история. Ваши опасения в целом, они ясны, и ваша шокированность тоже в целом ясна. Потому что вот, как так, да, ребенок мой, я его знаю как успешного, да, как умного, рассудительного, как вы говорите, и так далее. И тут вдруг вот такая история. С одной стороны, судя по тому, что вы пишете, девочке явно тяжело. То есть ей явно тяжеловато заниматься теми вещами, которые она значит, делает. Вот. То есть явно для нее это измождающе, скажем так. Вот. Второе. Значит, она подросток, и вполне вероятно, что уже значит, ей довелось вступить в отношения, и, скорее всего, она в этих отношениях потерпела неудачу. То есть было какое-то разочарование. Скорее всего. Это могло привести значит, к тому, что появилось такое увлечение у нее. Вот. Если заострите на этом внимание сейчас, есть большая вероятность, что она на противовес вам потому что подростки склонны как раз таки значит ну противоречить, да? Она будет все больше и больше погружаться в это. Тогда как ее увлечение, оно ни в коем случае не является, как вам сказать, оно не является причиной, да, оно, это не является проблемой самой по себе, самой по себе. Это не проблема. Сама по себе. Проблема скорее в другом. Проблема в том, скорее, что вызвало это. Вот именно вызвало такую реакцию. Вот это проблема. Понимаете? И чтобы понять, что вызвало такую реакцию, чтобы понять, что вызвало ее, нужно общаться с девочкой
не про то, что она смотрит, не про то, чем она увлекается, а про ее переживания. То есть налаживать именно психологический контакт с ребенком. Вот это, пожалуй, важнее всего. Знаете? И если вы, к примеру, разберетесь с тем, что она чувствует, если вы разберетесь с тем, что ей нужно, если вы разберетесь с тем, в чем она нуждается, к примеру, то вполне вероятно, что она перестанет смотреть и увлекаться тем, кто увлекается, сама по себе. Без какого-либо вмешательства с вашей стороны. Честно говоря, я не думаю, что вашему мужу нужно об этом знать. Это первое. И честно говоря, я не думаю, что вы поступили откровенно хорошо, нарушив личные границы вашего ребенка, залез в ее планшет и ноутбук. Вот. То есть я понимаю, что вы вероятно со мной не согласитесь, но тем не менее, это очень приводящий знак, что личные границы дочери вы не уважаете. То есть вначале вы вроде как позволили эти границы ей иметь, да? А потом уже, условно говоря, сами же их нарушили. Тем самым вы создаете у ребенка угрозу потери безопасности, угрозу потери доверия. А это гораздо более серьезно, чем непосредственно то, что она смотрит. Вот. Вот, в принципе, наверное, так. То есть я очень хочу, чтобы вы для себя постарались определить, что важно не то, что девочка смотрит сейчас, да, а то, что за этим стоит. А вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, на ваш, который вы задаете. Вот. Давайте еще раз посмотрим этот вопрос, нужно ли с ней поговорить об этом. Об этом разговаривать не нужно. Именно об этом разговаривать не нужно.
но нужно говорить о ее переживаниях, которые у нее, безусловно, имеются. Вот. Потому что, ну, совершенно очевидно, да, что если бы у нее все было бы хорошо, то вряд ли бы были такого рода у нее увлечения. Но то есть тут вот история такая. Тут история такого типа. Вот. Я надеюсь, что вы поймете меня правильно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!